Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Куралай Туспекова. Я являюсь лидером Национального Дельфийского комитета и Дельфийского движения Казахстана. Сегодня я хочу рассказать о том, как поддержка одной инициативы сподвигла на создание целого креативного хаба. В 2016 году Национальный Дельфийский комитет участвовал в ярмарке социальных идей и проектов фонда первого президента, с инициативой Парадельфийский фестиваль «Арман Жолдара». Идея нашего фестиваля состояла в том, чтобы предоставить равные возможности для творческой молодежи Казахстана с особыми потребностями. Командой проекта было разработано две номинации, методология двух номинаций для ребят с нарушением слуха. Это номинация «Пение на жестовом языке» и «Хореографическое искусство». Более трех тысяч ребят участвовали в нашем первом фестивале. И более двухсот из них получили возможность участия в национальных дельфийских играх уже полноценными участниками нашей большой дельфийской семьи. В рамках ярмарки наша заявка была признана экспертами одной из лучших и получила грант, грантовое финансирование. Я не знаю, что сыграло большую роль. Либо увлеченность команды, которая презентовала данный проект, либо веяние времени. И сам проект уже витал давно в воздухе. Наши творческие ребята показывали свои достижения и на международной арене, и внутри Казахстана. Все наши проекты, если говорить в контексте цели устойчивого развития, нацелены на реализацию определенных трех определенных а, целей это предоставление равных возможностей это партнерство в рамках а, реализации цели устойчивого развития и качественное образование мы всегда говорим о том что особенным ребятам необходимо предоставить качественное образование необходимо предоставить равные возможности в получении образовательных продуктов наряду с со всей творческой казахстанской молодежью. Мы всегда нацелены на партнерство, на взаимовыгодное партнерство с государством, с гражданским обществом, с бизнесом. И устойчивость нашего проекта, который из простого фестиваля Арман Жолдар перерос в целый театр, он является показательным примером того, что все-таки это партнерство возможно. Самой главной особенностью нашего проекта стало то, что мы пошли по пути инклюзии. Мы не проводили конкурс отдельно для ребят с отдельными условиями, то есть ребята имели возможность состязаться на общей дельфийской арене, на общих правилах и участвовать во всех общих мероприятиях, которые были реализованы для творческой молодежи страны. По итогам фестиваля победители в двух номинациях жестовое пение и хореографическое искусство получили возможность представлять нашу страну на международной арене в составе национальной дельфийской сборной. А так Казахстан, Казахстанский национальный дельфийский комитет стал пионером в проведении парадельфийских игр на территории СНГ. И сегодня нашей методологии, методологии проведения парадельфийских номинаций дельфийских игр пользуются все наши коллеги Государствах-участниках СНГ. По прошествии нескольких лет перед нами стала новая задача: что же делать с победителями наших а, игр, что же делать с творческой молодежью, которая доказала свою состоятельность и на международной арене, и на национальном уровне. Все мы знаем, что ребята с особыми потребностями по завершению коррекционных школ в большинстве своем перестают заниматься творчеством, потому как для этого нет условий. Многие ребята с нарушением слуха по завершению коллекционных учебных заведений становятся либо швеями, либо сапожниками. И путь в творчество им закрыт по одной простой причине, что на сегодняшний день очень мало программ образовательных программ, которые предполагают обучение данной категории молодежи. По итогам в трехлетней деятельности мы сформировали пул талантливой молодежи с нарушениями здоровья, которые очень хотели развиваться в творчестве. И тогда возникла идея создания театра, театра особенных актеров, который стал своеобразным креативным хабом, позволивший развиваться, реализоваться творческой молодежи с особыми потребностями. Мы обратились к государству, мы обратились в Центр поддержки гражданских инициатив, и в рамках грантового конкурса стали обладателями. Реализовали еще один проект, который получил название «Ерекше театр». На протяжении 2019 года более трех тысяч особенных талантливых ребят имели возможность обучаться театральным компетенциям в рамках проекта «Ерекше театр». На сегодняшний день в составе театра особенного актера две трупы в городе Петропавловск и в городе Нурсултан, в которой 50 особенных актеров имеют возможность заниматься любимым делом и быть востребованными зрителями. Сегодня театр объездил всю страну, всю нашу страну, все 17 регионов с тремя авторскими постановками. Мы работаем в разных жанрах. Это и пантомимы, мюзиклы, это и социальные драмы. По итогам нашего гастрольного тура Ребята театра Ирикши театр получили приглашение в Кыргызскую республику, в Соединенные Штаты Америки для презентации своего искусства, для того, чтобы мы могли продемонстрировать свою методику, свои достижения и нашим иностранным коллегам и почитателям. В основном наш театр состоит из участников, финалистов и участников парадельфийских номинаций. Это наши призеры, победители 2016-2019 года. Всех остальных ребят мы привлекаем посредством информационной кампании, обращаемся в коррекционные учебные заведения, даем информацию на своих страницах в социальных сетях. И таким образом у молодых людей есть возможность пройти кастинг и попробовать свои силы. Сегодня в проекте задействованы ребята как с нарушением слуха, так и ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения. И уникальность нашего проекта заключается в том, что все актеры, все задействованные актеры являются ребятами с нарушением здоровья. Это особенные дети, и это действительно особенный мир. Вы знаете, в нашем театре есть актер, его зовут Андрей. Молодой человек обучался в коррекционной школе для ребят с нарушением слуха. И когда мы на предпоказ нашей постановки «Мы с тобой одной крови» пригласили педагогов этого коррекционного заведения, мы не ожидали, что получится такой фурор, произойдет такой выплеск энергии и эмоций. Педагог, который обучал Андрея практически все эти годы, по завершению спектакля со слезами на глазах задавала нам вопросы, удивлялась, что вы сделали с ребенком, что произошло, что он сыграл у вас одну из главных ролей, при этом он так замечательно выучил свою роль. Хотя на протяжении 11 лет обучения в школе для Андрея была большая проблема выучить четыре строчки стихотворения по школьной программе. На что мы ответили, что трудностей не было совершенно в работе с, с молодым человеком. По одной простой причине он не играл, он жил на сцене, он жил этим проектом, он жил этой ролью. И для него занятие любимым делом, оно приносит подобные результаты. Нами была разработана программа обучения театральным компетенциям, которая включала обучение ребят по таким направлениям, как актерское мастерство, сценическая пластика, техника речи хореография, жестовый язык, жестовый язык. Каждая группа проходит обучение не менее шести месяцев перед постановкой, перед тем, как войти в состав трупы для участия в театральных постановках. Также мы используем технику экспромт театра и мастер-классов, когда выезжаем и проводим в рамках Дельфийской школы искусств выездные мастер-классы по актерскому мастерству с целью популяризации нашего Проекта и с целью предоставления расширения возможностей для особенных ребят. В нашей деятельности мы опираемся прежде всего на членов национального дельфийского жюри. Это очень большая, большая сила, которой мы, которой мы дорожим, и которой мы, безусловно, гордимся. В состав национального дельфийского жюри входит порядка 50 деятелей культуры большая часть из которых заслужены, это люди, которые неравнодушны по шести видам искусств, члены жюри 22 номинаций дельфийского жюри. Это и хореография, это и все виды вокала, это и современные виды искусства, такие как фотографии, тележурналистика. И особое внимание, конечно, мы уделяем работе с нашими волонтерами, специалистами коррекционных заведений, психологов, сурдопереводчиков, то есть все те, весь тот персонал, который имеет четкое понимание, как работать, специфику, четкое понимание специфики работы с особенными ребятами, ну и, естественно, мы адаптируем все их рекомендации в наши творческие программы. За время работы в нашем проекте, за время работы с ребятами, с особенными ребятами, я хочу отметить одну основную вещь будьте всегда искренними, потому как ребята, молодежь, дети в целом не приемлют а, ложь, несправедливость, и если ваши помыслы чистые, если ваши, а, вы желаете ребятам добра, то, конечно, у вас случится диалог, прежде всего диалог с ребятами, и через ребят уже происходит взаимодействие и с их родителями, и с их окружением, которые становятся вашими союзниками сопереживающими участниками вашего проекта. Прежде всего необходима уверенность в правильном пути следования. во-вторых, необходимо всегда, всегда необходимо проговаривать, говорить, необходимы личные встречи для того, чтобы донести идею твоего проекта, твоей инициативы. И, и тогда я уверена, что любой человек, любой орган, государственный, любой представитель общества пойдет навстречу. Прежде всего необходимо вза взаимопонимание, необходимо объяснять, говорить и договариваться. Вы знаете, существует такая проблема для творческих ребят с особыми потребностями. Практически нет образовательных программ в колледжах и вузах по творческим направлениям. На сегодняшний день мы обращались и в госорганы, и в сами вузы для того, чтобы предоставить нашу адаптированную методику для использования вузами в рамках академической свободы вузов но я я так понимаю что еще не настало время и мелкими мелкими шагами я уверена мы когда-то к этому придем но сегодня эта проблема остается одной из ключевых и поэтому наверное одной из большой побед нашего проекта нашего театра особенных актеров мне бы хотелось отметить то что на сегодня сегодня 10 актеров нашего театра в северо казахстанской области приняты на работу актерами в Казахский драматический театр Северного, Северного Казахстана, Североказахстанский областной драматический театр. И это огромная победа нашего проекта, это огромная победа самих ребят, которые смогли доказать, что они талантливы, что они могут работать наравне с профессиональными актерами. Но эту проблему, я считаю, нужно решать системно, то есть давать возможность ребятам учиться в творческих вузах, получать дипломы и трудоустраиваться. Основной костяк нашей трупы в Северо-Казахстанской области состоит из хореографического коллектива ансамбль спортивно-бального танца «Сенситив». Это уникальный коллектив, который становился дважды победителем парадельфийских номинаций национальных дельфийских игр. Они стали обладателями гран-при первых международных парадельфийских игр в городе Москва. Это ребята являются нашей гордостью и уникальным, на самом деле, проектом, вот именно инклюзивным проектом. Наши ребята не так давно, три года назад, участвовали в конкурсе, хореографическом международном конкурсе «Роза на обзоре» в Болгарии на общих основаниях со всеми ребятами с обычными хореографическими коллективами. После того, как ребята заняли гран-при, получили заслуженное признание, мы объявили членам жюри о том, что в составе коллектива трое ребят а, тотально а, неслышащие и трое ребят с, на, с инвалидностью. Столько эмоций, буря эмоций, восклицаний. А, нас упрекали в том, что мы не заявили об этом заранее. На что мы, конечно, ответили, мы выиграли этот конкурс, мы выиграли его честно. Мы не предоставили вам ни на минуту возможности как-то снисходительно отнестись к танцевальному коллективу, к творчеству наших ребят, а их победа, заслуженная победа, является олицетворением труда педагогов, которые с ними работают, и а, стремления к победе наших ребят талантливых. Как вы видите, любая самая маленькая инициатива может перерасти в ваше, нечто большое, глобальное. Я уверена, если взрастить свою идею, Работать с ней, трудиться над ней, все у вас получится.